Намасте. Намасте. Сегодня позвольте мне поговорить с вами о мистическом и научном измерении оценки воздействия дикши, которую миллионы из нас дадут в день всемирного единства на человеческое сознание. А Всемирный день единства — это 7 марта с 6 вечера до 7:30 вечера по индийскому стандартному времени. Многие древние традиции говорили о важности сердца. Согласно древним египтянам, после того, как человек умирал и уходил в другие миры, боги помещали его духовное сердце на весы и измеряли против пера истины и любви на другой стороне весов. Только если сердце выдержит испытание, человек войдет в чудесное царство. В Упанишадах в Индии, текстом которых почти 7000 лет, сердце специально называлось Хридая. Хридая на самом деле означает пробужденное сердце, в котором пребывает вселенский разум или антарьямин. Такое сердце, как говорили мудрецы, притягивает к себе три безмерные благословения — изобилие, блаженство и благородных людей. И сейчас одно из благословений Всемирного Дня Единства состоит в том, чтобы пробудить силу вашего духовного сердца, чтобы эти три великих благословения вливались в вашу жизнь. И сильнее всего, в особые 21 минуту мухурты в этот день, вы будете излучать единство дикши в мир, чтобы переместить иглу в человеческом сознании от разделения к единству. Как дикша может сделать это с вашим сердцем и коллективным человеческим сознанием? Как раса, человечество потеряло свое сердце. Мы видим миллионы и миллионы людей во многих странах, страдающих от нищеты, нехватки воды и голода. Знаете ли вы, что если бы только 10% ресурсов, расходуемых на войну и оборону в каждой стране, можно было бы потратить на эти вопросы, то ни одной из этих проблем никогда бы не существовало. Если бы мы сегодня потратили 10% этих денег на решение этих проблем, то было бы достаточно технологий, чтобы решить все эти проблемы. Почему же тогда мы этого не делаем? Потому что у человечества есть ущербное сознание и разделяющее сознание. Вот почему вы, я и каждый из нас должны работать над сознанием, чтобы преобразовать человечество. И вот зачем нужна эта феноменальная дикша в день Всемирного Единства. И именно для этого нужен ваш тапас для Лока Кальяна. Знаете ли вы, что научно доказано, что когда в вашей жизни происходит что-то совершенно неожиданное, будь то трагедия или счастливое событие, ваше сердце чувствует это еще до того, как это происходит, и посылает сильные электромагнитные сигналы в мозг. Вы можете спросить, как сердце может это знать? Потому что сердце — это больше, чем мышца. Это поле, интеллектуальное сенсорное поле. Наши сердца все время генерируют либо когерентные и синхронные поля, либо диссонирующие поля, зависящие от состояния нашего сознания. Именно так мы чувствуем чей-то гнев, любовь, радость или сострадание даже на расстоянии, даже до того, как мы видим их лица, потому что поля нашего сердца чувствуют друг друга. Сейчас в мире есть два института, которые занимаются исследованиями влияния состояния сердца большого числа людей и связи их состояния сердца с магнитным полем Земли.
Это институт математики сердца и институт пульса глобальной согласованности. Знаете ли вы, что точно так же, как наше человеческое сердце излучает электромагнитное поле, которое можно измерить, магнитное ядро Земли также генерирует магнитное поле, которое можно измерить. И самое странное, что частоты нашего сердца и частоты Земли совпадают. Когда резонанс большого числа наших сердец синхронизируется в состоянии единства с резонансом Земли, мы можем создать волну в самом коллективном человеческом сознании, направленную к единству. Но что говорят ученые? Что эти сдвиги также могут быть измерены с помощью некоторых необычных методов, которые они создали за эти годы, называемые магнитометрами и генераторами случайных чисел. Поэтому они с нетерпением ждут возможности измерить влияние нашей коллективной дикши сознания Земли 7 марта, в день Всемирного Единства, с 6 вечера до 7:30 вечера по индийскому стандартному времени. Так что присоединяйтесь к нам в создании этой мировой волны единства. Предложите свой тапас и заработайте большую, хорошую карму. Сегодня вы сосредоточитесь на анахата-чакре, 12-лепестковом зеленом лотосе в центре вашей груди. В сердце этой чакры находится Божественное, ваш антарьямин. Сегодня вы будете медитировать с мантрой «Ян», сосредоточившись на анахате, готовясь к Всемирному дню единства, после чего вы перейдете в дикшу и экам джапу. Пожалуйста, закройте глаза. Сфокусируйтесь в центре груди. Chant this mantra along with me. Пропевайте эту мантру. Ям. Yum.
gently open your eyes. Плавно откройте глаза. Сейчас вы можете приступить к дикше и экам джапе. Хамсасохамекам. 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 Хамсасохамекам.
Амсасохамекам, 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 Амсасохамекам.